Всем-всем большой привет! Какое-то время назад я уже получала свой заказ на сайте Royal Forest. Сейчас у меня предоставилась возможность снова сделать заказ на этом сайте. Я была безумно счастлива. Почему? Потому что там настолько классная продукция. Прямо вот ни одного слова лести. У меня многие знают, что ребенку нельзя сладкое, и у меня мама сахарный диабет у нее. Причем, ну, когда уже на инсулине человек сидит, и ей сахар категорически нельзя. На этом сайте ничего нету. Из сахара очень много вкусняшек. Основной ингредиент это кэроб и очень-очень много всего полезного. Вот так выглядит название этого сайта, этого интернет-магазина. Я ссылку, конечно же, оставлю. Но давайте я вам сначала покажу, что я заказала. Выбирала я все сама. Первое, что не могла я мимо пройти, это, конечно, Иван-чай. В прошлый раз, когда я делала заказ, я брала разные сорта зеленого чая. А Иван-чай мне прислали в мини-пакетике на пробу, как бы в подарок дополнительный. Я его распробовала, вообще знаю полезные свойства Иван-чая, поэтому я его в этот раз заказала первый. Входит в него кэроб, апельсин и манго. Еще давайте я покажу сам чай, как выглядит. Чайничек у меня не для декорации стоит, я потом покажу, как он заваривается. Видно тут вот эти вот как кусочки древесины, это кэроб. И вот так вот все выглядит. Как будто палочки, елочки. Пахнет он аптечным чаем, как из аптеки. То есть прям такого вау фруктового аромата тут нет. Хочу вам показать, как он выглядит заваренный в чайничке. То есть эти палочки все плавают сверху. И если ситечко брать, то в принципе оно будет очень хорошо. У меня заварено крепко. Сейчас я вам покажу. Вот так вот он выглядит. Ну, я специально показываю без ситечка. На вкус аптечный чай. Но полезные свойства, конечно, у него очень-очень хорошие. Так, чашку я уже уберу. Давайте теперь дальше. Теперь из вкусняшек. Давно я хотела попробовать ягоды Годжи. На этом сайте они идут вот в такой упаковке. Здесь по 100 грамм, насколько я знаю. И выглядят ягодки вот так. Дегустировали мы все втроем. Я, муж и сын. Поэтому мнение такое тройное. Вот так выглядят сами ягодки. Вы знаете, по вкусу сначала у меня ребенок подумал, что это барбарис. А по вкусу он напоминает... Ну, не барбарис, скорее. Как он называется-то? Курагу. Еле вспомнила. Чем-то напоминает курагу, но не такая сладкая вот эта ягодка. Приятная. Вы знаете, как семечки можно кушать. Либо добавлять в какие-нибудь вкусняшки. Рада. Дальше еще вкуснее. Взяла я орешки. Фундук 100 грамм здесь. Вот орехи еще не открывала, но я знаю, что они свежие и хорошие. Тут все так герметично упаковано. Вот так вот они выглядят. Просто я побоялась, что если я сейчас все открою, я ничего в ролик не принесу, потому что у меня семья. То, что продегустировала, они говорят, давай уже дальше продолжать кушать. Очень вкусно. И следующие орешки. Это кедровый орех. Я живу в такой местности, где кедровый орех является очень большой редкостью. Он стоит больших денег, и мне проще купить его там, где... на том сайте, которому я доверяю. Потому что у нас в магазинах часто они лежат очень подолгу и уже на вкусе это отражается, как-то вот не очень свежими являются, потому что дорогой продукт покупают не так часто и они залеживаются. Поэтому кедровый орех у нас в городе я не покупаю.
Либо надо ловить моменты, когда его только привезли. Вот. А тут целых 100 грамм. И ребенок у меня наестся. Ну, тут, конечно, определенное количество на каждый день. Но на несколько дней ему хватит порадоваться. Дальше. То, что ребенка очень уже порадовало, это уже еще слаще. Это лесной орех в шоколаде из кэроба. Давайте тоже покажу. Это уже прям совсем вкусняшка. Вот так выглядит. В этом ролике много буду скрипеть. Пока я ему не давала, сейчас после ролика уже дам. Ждет. Пока ждет. Цены вообще приемлемые. Например, если брать вот этот орех в шоколаде, фундук, тут фундук в шоколаде, 220 рублей. Но на сайте можно все это получить со скидкой. Я потом в конце расскажу о скидках. И помимо того, что впереди начинается черная пятница и будет хорошая скидка в 25% на весь товар, который есть на сайте, если вы не в эти дни будете, например, заказывать, я под сайтом, под роликом оставлю обязательно ссылку, где можно с 20% скидкой получить все, что вы закажете, если напишите определенное кодовое слово. Ну, как бы скидочный купон. Следующее. Следующее я уже брала в прошлый раз. То есть тут я уже знала, что я беру. Первое, это сироп топинамбура. Он идет без сахара. И давайте так вот поближе я покажу, что написано. Мы его добавляли, ну не мы, а у меня мама как раз его добавляла в чай вместо сахара. Я вот так вот поближе покажу всю его полезность. И ей нравился. И поэтому я его взяла второй раз. И взяла светлый нектар агавы. Тоже это все без сахара. И тоже сзади давайте покажу, что написано. Вот так. Знаете, я, наверное, еще оставлю под роликом ссылку на YouTube-канал сайта Royal Forest, потому что очень много экзотических продуктов на сайте. А на этом канале как раз есть рекомендации по употреблению некоторых вот этих экзотических продуктов. Они даже рецепты говорят, и поэтому очень-очень полезно. Дальше еще вкусней. Шоколад. Прошлый раз шоколад мы ели с удовольствием. Единственное, это все-таки не шоколад, который там молочный или горький, продается в магазине. Этот шоколад идет тоже из кэроба. Тут вообще нету сахара. И давайте я покажу, какие плитки я взяла. В них во всех 75 грамм. Это из необжаренного кэроба. Я сейчас открою, покажу. Есть из обжаренного кэроба. Вкус, конечно, немножко специфический. Но если вам категорически нельзя сладкое, шоколад, или вы сидите на диете и отказываете себе в этом, а организм все равно хочет сладенького, то это очень-очень хорошая альтернатива. Причем она очень полезная для тех, кому по состоянию здоровья нельзя. У меня мама, например, вот ей сладкое нельзя. Она говорит, ты даже, Свет, не представляешь, как я хочу просто конфетки или шоколадки откусить. Вот. Это для нее это вот плиточку съел, ну не такую плиточку, а кусочек, дольку. И она рада, что вот как бы шоколад-то попал в рот. И еще один, это ягода Годжи и изюм. У меня ребенок сказал, что вот это ему. Ему ягода Годжи очень понравилась. Прям распробовал. И говорит, вот этот, мама, давай мне. Ну и давайте вот я вам один открою, красненький, красивый такой. И посмотрим, как выглядит. Он внутри идет еще вот так зафольгирован. И знаете, вот он ощущение, что психологическое ощущение, что это реально самый настоящий шоколад. Конечно, если вы у маленького ребенка отнимете какой-нибудь киндер-сюрприз, отломите ему вот так дольку и скажешь, на, вот, кушай. Он скажет, кушай сама, мама, это не то. То есть он вас, вы его не обманете. Но если вы приучились уже к такому вкусу или ребенка приучили, то вам понравится. Ну, вот обыкновенный прямо
шоколад. Так что чай сейчас я буду вместе с шоколадом дегустировать. И это я не заказывала, но это приехало ко мне, я так думаю, дополнительным бонусом. Вот такой интересный шоколад, «Живи без сахара» здесь написано. Давайте я так поближе покажу. Какао тертое, какао масло, финиковый пекмес входит. Я уж вся в шоколаде, все руки. Так, вот так же здесь написано. То, что мне прислали, здесь всего 30, кажется, грамм. Быстро не увижу, но не страшно. Давайте посмотрим. Вот это мне интересно, потому что я такого не заказывала, и мне интересно, что там. Открою, открыла. Тоже оно... Ой! Вот так выглядит. Придется нам надрывать оно. Вот так выглядит, как горький шоколад. Ой, а аромат прямо вот самого настоящего шоколада. Вообще. Ну, может, потому что какао тертое, а в шоколаде какао входит. Мне кажется, очень-очень вкусно. Вот, прям рада. Там его положить. Так, а этот как пахнет? Ну, вот этот пахнет уже... Нету вот этого яркого шоколадного аромата. Немножко такой он своеобразный, но приятный. Дальше. Ну, теперь совсем интересно. Это то, что понравилось моей семье прямо очень. Это две банки меда. Вообще, там было их чуть больше. Я выбрала мед акации и горный мед. Давайте я о меде акации сначала расскажу, потому что горный мед я, например, уже пробовала ранее, а вот мед акации я потестировала, можно так сказать, впервые. Он идет с кэробом, давайте так поближе покажу. На сайте можно больше прочитать вот о полезных свойствах этого меда. Здесь, наверное, тоже что-то написано, но очень мелко. Вы знаете, ощущение было, это вот мы с мужем дегустировали и с сыном понемножку. Кэробом немножко пахнет. Ощущение было, что в какой-то мере это конфетки такие вот расплавленные. Приятный, очень приятный вкус с чаем. Мне кажется, будет очень классно. Особенно, наверное, он полезен будет на ночь, так как свойства у него противовоспалительные. Я очень рада этому меду. Он стоил где-то 200 прямо с небольшим, 220, кажется, рублей на сайте. И если еще со скидкой 20-25%, это вообще просто супер. Поэтому, ну, я довольна. Я настолько довольна, что у меня эта продукция. И второй мед уже горный. Он идет с можжевеловым пекмезом. Давайте поближе тоже покажу. Фосфор, магния, успокаивающее действие и никаких вредных добавок. Он жиже. Горный мед я раньше пробовала, но здесь есть чуть-чуть, вот, наверное, привкус пекмеза вкусный. Вот у меня ребенку больше понравился горный мед, а мужу больше мед акации. Вот он такой прям жидкий и очень классный. Так как тут успокаивающее действие, то тоже хорош он на ночь. И сайт мне прислал еще вот такие вот на пробу пакетики. Тут какао-бобы. Вообще какао-бобы я первый раз пробовала. Их было побольше. Это мы дегустировали, чтобы хоть что-то сказать. Знаете, так приятно. Я впервые пробовала какао вот так вот на вкус. Действительно ощущение, что ты какао только в виде орешка жуешь. И оно не, как бы не такое сладкое. Очень приятно. Их можно купить вообще в отдельной упаковке. Это я на пробу получила. Так, а это знаете что? Кишью, кажется, так вот
Сейчас я вам... Можно, видите, сколько там выбора. Вообще выбор огромный. Шоколад разный. Польза о каждом шоколаде, все написано. Можно какао было брать. Но в прошлый раз я брала какао, но так как-то особо не готовила. Так. Фуды есть. И вот орехи и семена. Да, кешью. Или кешью. Я не знаю, как правильно ударение ставить. Простите, пожалуйста. Вот. Вообще, ну вкусно. И прислали еще на пробу в этот раз фруктовый чай. Подписали даже. Давайте я хотя бы так на аромат потестирую. Ну, тут пахнет уже сухофруктами. Если Иван чай это прямо лекарством пахнет, травами такими аптечными, то тут уже пахнет сухофруктами. Мне кажется, даже вот прямо кусочки фруктов. Не кажется, а вижу. Ну и вот этот кэроб, деревяшечки вот эти вот. Вот, конечно, потестирую. В помощь вам сайт. Мне вот этот вот буклет еще в помощь, потому что тут много чего полезного написано. Ну и, конечно, я вот говорила, оставлю ссылку на их YouTube-канал, где можно и разные... рекомендации получить по поводу приготовления. Потому что вот с некоторыми вот такими сиропами можно даже готовить, например, курицу или еще там что-то. Ну, то есть это можно как-то вот в приготовлении пищи использовать и усиливать вкус. Также ко мне приехал еще вот такой вот журнал или каталог. Рекламка. Вот такого сайта, наверное. И вы знаете, здесь я впервые просто с этим столкнулась. Да, раньше не встречала таких каталогов. Мало что знаю. Но и тут вплоть до уходовой косметики. То есть также вот, вот он сам, Royal Forest. Перуанский кэроб. Очень много написано всего полезного. Я его с удовольствием почитаю. Вот. Вот интересно. 5 мифов о питье воды. Знаете, какие? Миф первый. По воде можно ходить. Миф второй. Во время еды пить ни в коем случае нельзя. Тут написано, что это не так. Миф третий. Пить можно сколько угодно. Это тоже миф, оказывается. Пить можно только за полчаса до еды и через полчаса после. Цифры могут варьироваться. Тоже неправильно. И миф пятый. Запивать пищу можно только соком, другими негазированными напитками, но только не водой. Тоже миф. Но тут, правда, вот, смотрите, такая хитрость в конце, что продолжение следует. Вот. Вот в этом блоге. Можете даже так записать себе. Там наверняка больше информации. Пройдите, посмотрите. Я тоже пройду, посмотрю. Раз уж мы до сюда добрались, то можно познакомиться, раз представилась возможность. Вот. И там где-то, сейчас я вам покажу. Вот, видите, уже пошли продукты. Где-то я видела уже вот с ценами. Продукты с ценами. Бестселлеры сезона. Ну вот Нони Кеа, это знакомый для меня. Органик Шоп тут есть. Вот. Синержетик тоже с ценами. Бытовая не химия, возможно ли. Это Синержетик они хвалят. Вот, то есть у них не своя продукция, а продукция безопасная для здоровья, как я понимаю. Они... Могу путать, конечно, но вот то, что на первый взгляд я тут разглядела. Ну, а точнее... Ой, как красиво, смотрите. Точнее, конечно, я познакомлюсь и уже узнаю больше. Ну, наверное, все. Показала, рассказала. Буду сейчас с семьей пить чай с этими вкусняшками, которые у меня тут весь стол... завален. И давайте я еще раз напомню, что будет ссылка на сайт под роликом, ссылка на канал будет под роликом, и обязательно во время заказа пишите под роликом скидочный купон, я оставлю данные, что надо вписать, и 20% будет скидка для моих подписчиков. Ну и также 25% скидки у них вот эта вот Черная пятница. Она будет аж с 23 ноября с 7 вечера идти до 26 ноября включительно.
Поэтому там даже еще и выгоднее получается. Все, всем спасибо огромное за внимание и всем пока!